Короче, спасибо за то, что защищаешь наш город. Ты самый лучший там охранник. Держи новый журнал с Крансфордами. С Канвордами. Как делишки, ребятишки, с вами Сумайдисон, добро пожаловать на игра в новую серию прохождения замечательной карты, где мы будем дальше продолжать ловить гриферов, нубов и воров в Майнкрафте, ребята. И сейчас у нас на подходе будет два финальных уровня. Это у нас, ребята, будет какая-то яхта олигарха и также, ребята, ядерный реактор. Посмотрим, чем же закончится прохождение этой замечательной карты, ребята. А если вы хотите видеть больше карт, если вы хотите видеть видео каждый день, не забываем ставить большие пальцы вверх, ребята. Очень просто поставить лайк, всего лишь одна секунда, если вместе с вами мы сможем набрать 3000 лайков на вот этом видео за сегодня, то я завтра же, ребята, выпущу новое видео с прохождением какой-то новой крутой карты. Я верю, ребята, в вас, своих подписчиков, то, что мы все сможем брать лайки, это очень просто. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, каждый день для меня как друг, можете поделиться этим видео со своими друзьями, сделать репост ВКонтакте и, конечно же, ребята, оставить свой комментарий под этим видео, на самый интересный комментарий я буду отвечать. А сейчас, ребята, мы будем приступать. И что это за уровень, ребята? Какая-то яхта. Но, перед тем, как начать, ребята, не забываем то, что мы уже себе набабахали целых 27 алмазов. А за эти 27 алмазов мы, в принципе, наверное, много чего сможем купить. И давайте мы как раз посмотрим, что у меня с башкой творится. Никак прическу не могу себе нормально сделать. Уже, наверное, стричься, ребята, нужно. Давайте мы купим самую крутую броньку, которая только есть. Это, ребята, какая-то титаниум бронька. Если на этой броньке у нас 7 защиты, то тут у нас, ребята, 21. Так, и что у нас тут есть еще, ребята? Больше ничего, потому что мы уже скупили все, что только можно. Но мы можем купить взрывчатые гранаты. Точнее, не ракеты, а стрелы. Это, ребята, круто, потому что, смотрите, у нас 20 стрел. Если с помощью этих стрел мы стрельнем куда-то в землю, то эта стрела взорвется. И мне кажется, это нам пригодится в борьбе с ворами. Ну что, ребята, мы будем начинать, я думаю, то, что да. И знаете, ребята, пока мы будем начинать, я всегда хотел вам сказать, ребята, у меня же есть страница ВКонтакте, у меня же есть группа ВКонтакте, ребята. Вы все можете зайти туда и просто-напросто добавить меня в друзья, ну или просто подписаться, потому что, к сожалению, я не могу всех добавить в друзья, потому что, кто не знает, ВКонтакте есть лимит друзей. Ребята, заходите, честно, добавляйтесь в друзья, вы там сможете найти самые... Так, это что? Ага. Вы там можете найти самые недавно вышедшие новости, ребята. Я там общаюсь с вами, я там делюсь своими новостями, поэтому, ребята, заходите. Честно, ссылочка будет в описании, сразу же ее выставил на первую... сразу первое сообщение, поэтому, ребята, заходите, я честно вас буду все ждать на своей странице ВКонтакте. Если я вас не смогу добавить в друзья, хотя бы, ребята, подписывайтесь, я с вами попытаюсь со всеми пообщаться. Я просто каждой серии это хочу сказать, но всегда, ребята, забываю. А что, мать его, нам нужно тут охранять? Я, если честно, как-то вообще до сих пор не понял. Этот кран или что он тут, а может, алмазы, которые тут спрятаны? Не знаю, ребята, сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, что нам нужно. Я, если честно, так и не понял, что там нам нужно охранять. Но, варюк, я пока что не вижу. Воры пока что прячутся где-то. И прячьтесь дальше, потому что я вас вообще видеть не хочу в этой серии. Но, ребята, вы слышали, что у меня там за истребитель за окном пронесся? Меня это, честно, уже давно бесит. Они так носятся каждый день, нафиг, каждую минуту. Вашу мать. Ладно, ребята, будем надеяться то, что воры не будут какие-то прям супер-пупер сильные. Пока что никого не вижу. Пока что никого. Воры, оставайтесь там, где вы стоите. А вообще лучше сюда даже не приходите. Прям рифмы, йоу, какие-то пошли. А что им нужно украсть? Я, если честно, до сих пор не понимаю. Это значит не яхта. Я думал, шиппинг, да, это какая-то там яхта. Но это, оказывается, не яхта. Это, оказывается, доки, да, там, где хранятся вот эти все ребята. Мне кажется, ли там я кого-то видел? Нет, у меня глюки просто. Ничего, ребята, это бывает каждый день. Но все же, ребят, что им нужно украсть? Если честно, до сих пор просто не понял, что им нужно затырить. Что вам нужно? Воры! А ну рассказывайте, ребята, вот какие ваши предположения, что они хотят украсть с доков? Офигеть! Они с парашютов прыгают! На, паскуда, что ты там хочешь украсть? На! Тебе на по ногам. Что они там хотят украсть? С парашюта. Я такого еще не видел.
Офигеть, это что-то новенькое, с парашюта. Ребята, у нас еще осталось 3 часа, это значит, что у нас еще будут 3 волны. А, поэтому ждем на подходе новую волну воров. Будем отбиваться, ребята. Заряжайте, перезаряжайте ваш автомат, ребята, ваши электрошокеры, ваши дубинки там чистите, намывайте, натирайте, потому что, ребята, мы еще сегодня посражаемся, мы еще докажем, кто тут настоящий разгадывальщик кроссвордов нафиг, это я! Нету? Пока что нету никого. Мне опять что там показалось, там кто-то прятался, но пока что никого нету, пока что никого нету. Ребята, будем ждать. Не успел я подождать секунду, как они уже начали приземляться. Идите сюда. Что им нужно украсть, я, если честно, до сих пор не понял. Что им нужно украсть? Вот видите, ребята, полезные вот эти стрелы. Очень полезные, они взрываются. Так, еще два часика. Фу, я до сих пор не понял, что... А что им нужно украсть, ребята? Дайте-ка я посмотрю. Они идут все куда-то сюда. Значит, тут у нас в этом... Ага, изумруды, алмазы, золото, паскуды хотят это украсть. Не позволим. Нет! Не дадим. Зриться на наше добро. Ребята, мы же защитники. Защитники Родины. Мы же не дадим каких-то там ворюгам обокрасть нас. Да, ребята, мы все дружно станем стеной и обосым этих воров. Потому что, в принципе, больше ничего нам не остается. Потому что мы их так всех фигачим, ребята. Трое на одного. Это честно. Это вообще не честный бой, но я их прям... Поэтому, воры, лучше идите домой. Мамочка вас ждет. Супчик приготовила. Идите. Покушайте. В постельку пойдите. Ну, не нужно ко мне сюда в доки. Я спокойный охранник, который ночью разгадывает... кроссворды и смотрит фильмы. Физрука, мать его, или кого там еще. Я сейчас его не смотрю, но все же, ребята. На! Да умри ты, ты тоже, паскуда, умри. Электрошокером тебе в задницу, а? Ты что такой быстрый стал? Еще один часик. И мы, ребята, идем защищать Чернобыль нафиг. Чернобыль, потому что у нас там будет, ребята, ядерный реактор. Может, это реально будет Чернобыль, фиг его знает. Ребята, последний час. Это прям как 5 ночей с ворами в Майнкрафте. О, это реально 5 ночей с ворами. Потому что тут реально нам дают где-то пару часов там дожить до утра. Дожить до утра и продержаться, чтобы тебя просто-напросто не ограбили. Так как вы быстро приземляетесь? У вас там что нахрен? Посадочная площадка где-то рядом. Сколько вас самолетов сбрасывает там с парашютов? Электрошокером тебе по заднице быстрый какой стал. Идите сюда. Ворюги, куда вы потопали? Куда вы потопали? Алмаз, ты вернись, паскуда, верни алмаз! Это бабушки моей, которые она мне завещала. Все. Ребята, последний уровень. Давайте мы накупим себе еще немного стрел, потому что это нафиг полезные стрелы, как фиг его знает что, ребята. Они такие прям полезные. И, в принципе, больше мы ничего не можем купить, мы уже все скупили. Ребята, вы готовы? Вы точно готовы? Вот если не готовы, приготовьтесь, потому что это готовность на высшем уровне, готовность номер один. Такой готовности еще до сих пор не было. Это готовность, ребята! Ядерный реактор. Мы не можем допустить ошибки. Не-не-не-не-не. Мы не повторим историю с Чернобылем, ребята. Нужно сохранять спокойствие. Спокойствие! Нужно сохранять. Так. Тут... Мне страшно. Чё у вас тут такое? Это конец света, ребята. Это апокалипсис. Вы в курсе? Это заражение всего мира. Если воры смогут это украсть, жопа. Ребята. Не дадим им это украсть. Это какая-то разработка нахрен в каком-то там Сколково. Поэтому нужно это сохранить и просто-напросто даже не прикасаться. Потому что если мы что-то тут сделаем, если это выльется на пол, то мы прям апокалипсис можем привести какой-то... Поэтому вообще даже не касаться. Не касайтесь к этому, ребята. Ох, что-то я чихнул. Так, ладно, пойдем. Нам нужно вернуться. Воря, откуда вы будете топать? Вентиляция. Это реально 5 ночей с Фредди, только вентиляция. Они сейчас к вентиляции. Они по вентиляциям сейчас к нам будут лазить, ребята. Это реально какие-то 5 ночей нафиг с ворами в Майнкрафте. Эррор. Какая ошибка? Я уже что-то там поломал. Это вы виноваты. Ладно, не вы. Я на вас сваливаю вину, ребята, но это не вы виноваты. Смотрим, ребята, внимательно смотрим. Не дадим украсть вот это никому.
Пожалуйста, не нужно. Бонни, кто там Фредди, не нападайте на меня, пожалуйста. Это реально 5 ночей с ворами. Пока что все спокойно. Ну, конечно же, ну никто не хочет конец света, никто не хочет апокалипсиса, никто не хочет какого-то... Хочет! Кто-то там малявка хочет! Иди сюда, мелкий. Мелкий! За ну стоять! Нет, так они убил, сразу! На, паскуда, отдай сыворотку вот эту, что это такое? Кто тебя с дома отпустил, шмакодявка мелкий? Чё, учёба закончилась, да, уже можно разгуливать по ночам. А там ещё кто-то был? Ах ты, паскуда, а ну вернись! На тебе, куда ты убежал? На тебе тоже электрошокер. А я не могу на него электрошокер, у него, походу, какая-то защита, он же шмакодявка, а? Ладно, защита, значит, тебе вот. Никакой больше защиты нету, да? Поэтому, ребят, 3 часика, еще 3 часика, дожить до утра, до 6 часов. До 6 часов, ребята, будем надеяться, то, что больше никого не будет. Хоть будет, все мы знаем то, что будет. Там еще 3 волны нужно прожить. Поэтому не сдаемся. Не сдаемся, не расслабляемся, ни на секунду, ни на секунду, ребята, не расслабляемся. Каникулы начались, но не расслабляемся, их там 2 шмакодявки мелкие, вернитесь, пожалуйста, на тебе. Да, я забываю, то, что у них аллергия на электрошокер. На, паскуда, вот и тебе, паскуда, и ты тоже хочешь. Вот эти стрелы, это прям бомба, офигеть, честно, они взрывают все подряд. На нас детсадик нагнали, в этой серии нас похоже. Ядерный реактор хочет меня даже в башке это не вкладывается. Кто хочет нафиг обокрасть ядерный реактор? Школьники? Или детсадовцы? Кто вас вообще с дома выпустил, а? Мелкососы? Кто? Кто? Что вы тут устроили? Что вы тут устроили? Что они вообще хотят от нас? Идем, вентиляция, вернитесь, за сколько вас тут, мать вашу, вернись, иди сюда, ух ты, в шапке, в маске, где еще один, верни этот писюн, который ты взял, положи на место, иди сюда, мелкий, положи на место, писюн на место, не мне на место куда-то, а сюда, ладно, паскуда, я сейчас сам заберу, если ты такой, завелись тут школьники, отдай, во, положили писюн. Положили. Еще остался последний час. И после этого, ребята, мы будем прям чемпионами. Я прям топ номер 1 всего мира охранник, ребята. Меня прям книгу рекордов Гиннесса можно вносить, потому что я самый лучший охранник на этой планете. Я все защитил. Ядерный писюн даже защитил. Поэтому нам еще нужно отбиться от последней волны школьников. Или кто там? Детсадовцы, я до сих пор не понял. Но будем отбиваться. Будем. Я сказал, будем. Так. 5 ночей, вот как это назвать? 5 ночей с гриферами, ворами в Майнкрафте. Проживи и защити нафиг. Как это можно назвать? Кто в вентиляции ползает? Больше никого нету? Ну что-то мне кажется, сейчас там вылезет. Сейчас там куча народа вылезет. Сейчас прям туса у нас тут будет. Я уже видел кого-то. Да, вернись. Ну отдай. Ну по-хорошему прошу. Ну вы же знаете то, что я вас всех убью просто. Вы же знаете. Только вот этим луком. Только вот этим луком. Ладно. Тебя защита, чем бы тебя захреначить? Ты же последний. Ты же последний школьник в этом мире. Больше никого не осталось. Чем тебя захреначить? Держи алмазик, ребята. Ну на, ну отстань, ну не хочу тебя убивать. Ну, не трогай, я не хочу в руки марать. Посмотри на меня, посмотри на меня. Я же люблю тебя, дурачок. Вор, я твой папа. На, паскуда. Да. Thank you for continuing to reduce the crime rate in our city. Короче, спасибо за то, что защищаешь наш город. Ты самый лучший там охранник. Держи новый журнал с Крансфордами. С Канвордами. И, ребята, мы доказали. Мы самые лучшие. Мы лучше всех. Лучше нас просто нету. Лучше нас, ребята, просто нету. Поэтому мы будем заканчивать на этом видео, ребята. Ставьте большие пальцы вверх, набираем 3000 лайков. Завтра выйдет новая серия. Подписывайтесь на мой канал, ребята, рассказывайте об этом видео своим друзьям. И также пишите интересные комментарии. На все комментарии я постараюсь ответить. И как я уже сказал, ребята, заходите в мою группу ВКонтакте, заходите на мою страницу ВКонтакте и подписывайтесь, ребята, добавляйтесь друзьям.
Не на все, конечно, места хватит, но я буду рад, ребята, если вы даже для меня там добавитесь, я буду рад, ребята, с вами всеми пообщаться. Ссылочка будет в описании. Приходите на мой канал завтра, сейчас, ребята, у многих каникулы. Приходите, я всех вас буду ждать. Кто сдает экзамены, удачи вам в экзаменах. После экзаменов, что-то сегодня заговариваюсь, у вас будет куча времени, почти 3 месяца, ребята. Приходите на мой канал каждый день, я всех вас буду ждать. Будем проводить больше времени, ребята. Еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.